Ночные обыски в прокуратуре по борьбе с организованной преступностью и особым делам провели в кабинетах гособвинителей Дмитрия Рейляно и Елены Чаруца. Они проходят по делу отстраненного Александра Стоянугла. Информацию подтвердил исполняющий обязанности генпрокурора Дмитрий Робу. В то же время представители прокуратуры по борьбе с коррупцией, проводившие операцию, были немногословны. Am fost ridicate mai multe bunuri care urmează să fie examinate în cadrul cauzei penale. Este vorba de purtători materiale de informații, documente, acte și așa mai departe. Eu v-am dat comunicații. Este dosarul care e implicat domnul Stoianoglu? Da, este ce e cauza penală. Au fost finalizate perchizițiile deja? Una este finalizată, una mai urmează. La moment nu este ce persoană reținută. Am ridicat documente, telefon și calculator. Dumitru Răilean este prezent în... Da, domnul era. Domnul era. Dar перквизиции са онкеат, са онкомедурат? Да, са онкеат. Один из подозреваемых прокуроров говорит, что обыски были заказными. Команда персоанилор, которые сунт урмарите. База инвестигателор, которые десфашурем. Радикат калкулатору де сервичу. Au scos mai mult saci cu acte, despre ce acte este? Nu cunosc. Posibil să mai fi fost efectuat și alte acțiuni. S-a solicitat reținerea dumneavoastră? Sau bănuiți, poate că în următoarele zile ați putea fi reținut? Totul este posibil. Отстраненного генпрокурора Александра Стоянугла задержали 5 октября. Его обвиняют в злоупотреблении служебным положением, пассивной коррупции, ложных заявлениях и злоупотреблении властью. Он своей вины не признает и считает происходящее местью со стороны президента Майи Санто. Сама глава государства отметила в соцсетях, что решение о задержании принадлежит прокурору, назначенному ВСП. Вслед за Стоянугла меру пресечения применили к его заместителю Руслану Попову. Его обвиняют в незаконном обогащении.